Серпухов, привет! Вы на канале Автобонус Групп, а мы во Францавто. Итак, сегодня у нас Меган 3 на замене тормозных трубок. Итак, старые у нас уже на столе, и новые тоже. Но новые длиннее старых. Мы их сейчас поставим на машину, на месте обрежем и завальцуем. Трубки установлены, штуцеры затянуты. И очень важно обратить внимание, здесь левый контур должен быть соединен с левым, а правый с правым, а то ABS будет неправильно работать. Сейчас опускаем машину, подсоединяем станцию для прокачки тормозной жидкости. Итак, станцию мы подсоединили, она позволяет под давлением прокачать тормозную жидкость. Если вы хотите это сделать в гараже без станции, то нужно следить, чтобы в бачке тормозном всегда была жидкость, чтобы блок ABS не хлебнул воздухом. Мы вам показали, как поменять тормозные трубки и прокачать тормозную систему с помощью станции. Это можно сделать и в гараже, главное следить за тормозной жидкостью в бачке. Остались вопросы, задавайте в комментарии. Всем счастливо!